Так. Посмотрите, кто здесь. Ну что ж, здорово, мой удивительный друг. Чё как? Я вижу, до тебя до сих пор не доходит, что здесь происходит. Правда? Давай я объясню это специально для тебя. Ты можешь называть меня Фрэш. Твой дружелюбный брасет из другой АУ. Существует много АУ, где живут такие чуваки, как ты и я. Хочешь знать одну дополнительную вещь обо всем этом? Все они альтернативные версии нас. Те, кем мы могли быть, если бы наши вселенные отличались даже на чуть-чуть. Всех жителей У можно разделить на три группы. Хорошие, средние и плохие. Давай я расскажу пару слов о них. Хорошие. Это ребята, которые просто пытаются жить мирно, охраняя их АУ и спасая другие, как это делает Инк. Плохие чуваки. Должны я объяснять это? Эти парни несут террор и уничтожение в АУ. Большинство из них психи, жестокие и так далее. Средние. Это ребятки, которым плевать на хорошее и плохое. Многие из них были или остаются одиночками. Ну что ж, ты понял. Так что если у тебя будут какие-нибудь радикальные проблемы, ты будешь знать, кто может тебе помочь. Или... В один день твоя мена, а ум будет такого какими-нибудь плохими парнями, и каждый будет жестоко убит. Или даже хуже. Уничтожитель миров может просто-напросто появиться в твоем мире, и после любого твоего движения... И твоя АУ исчезла, как будто я никогда не существовала. Теперь ты понимаешь, как волнующе все это? Что ж, было приятно поболтать с тобою. Веселись в своем мире, чувак. Ха, ты понимаешь, что делать? Ох, братан, ты просто не понимаешь, насколько это весело. Это так забавно смотреть на их выражение лица, когда такой знакомый мир рушится в дребезги. Ты должен отдать это попробовать. Я серьезно. В любом случае, для твоего понимания, этот безэмоциональный чувак на 100% согласен с моим способом веселиться. Это помогает ему... А? О, вспомни случай кого-то солнце. Перезвоните позже, чел. Здорово, Инк! Инк, в пустоте проблема. Ты должен увидеть это. Ты можешь присоединиться к нам. Не думаю, что эта штука опасна для АУ, но я не могу быть уверен на 100%. У меня крайне плохое предчувствие. Хватит, это совсем не весело.